Все, тут планировал, сейчас ждем самосвал ПГС. ПГС высыпем, тоже надо планировать все. Позвонил я Вове, что, я говорю, что-то отвез туда, куда надо было. Хотел сюда, чтобы его привез. Он говорит, Вова, не, говорит, занят сейчас. Не могу, позвонил второму, насчет ПГС тоже занят. Я говорю, что ты отвез туда? Он говорит, отвез. Я говорю, что, нашел он трактор? Говорит, нашел. Ну, все, в чем проблема? Молодец, что нашел трактор. На 10 утра или на сколько ему там надо, я хз. Подумаешь, подороже он обошелся, но зато в 10 утра он приедет, как тебе надо. ДНП Рублева. Я здесь покупал свой этот трактор на первой линии. Такие домики здесь. Вообще должен был быть один застройщик. Он продавал землю с домами, но потом что-то пошло не так. И как-то, ну, это один из первых поселков здесь. Первая Баглаевская деревня, по-моему. Ну, такое для крутышей. Второй Рублева был вот этот. Название, да, слышите? Рублевка, так Рублева. Рублева тыркает что-то. Лапа тыркает, походу. Ага. Тыркает лапа. Домишки. Тут много раньше заказов было, вообще дофига я ездил. Часто. Трак чуть находится, на столб не повис, бортом, блядь. Поехал по косой, но не выворачивай же, не хватает, там камни эти лежат. Херак только, блядь, к столбу прислонился кузовом. Я говорю, давай назад, братан, нафиг. Куда нахер, ты чё? ПГС
ебать, этим делать нехуй, лопатами раскидывать. Я приехал 12:27, час 15, час 15:22. И здесь стоял я где-то час. У меня здесь же еще один заказ, но я уже есть хочу. Поеду я похаваю и подъеду. Конечно, хотелось бы сразу здесь, но не, надо похавать, ну его нафиг. Так-то было бы заебись, считай, одна подача была бы лишняя, но, блин, я есть хочу, поэтому нафиг, я поеду похаваю лучше. А вон там Тереха что-то копает. За хуйню, наверное. Какую-то. За доширак. По 1000 рублей, наверное. Да я шучу. По 3, наверное, или... Может, 3,5. Я хз. Не знаю, что. Я не вижу. Номер телефона там есть, кстати. Можно позвонить. Если отсюда увидеть, конечно, его. Ну, что-то такой быстрый какой-то, что-то там руля крутит, блядь. Вот здесь я миником копал, вон тот дом. Миником копал. Что-то там кружит. Руля что-то накручивает. Вот так вот все там. Вертит он там руль. Вон это МСК стоит, 800, который не у Макса копал, его сосед. Что-то тоже здесь дрочит, нахуй. МСК 800. По 2 рубля. Вообще ненормальный человек. Хундай его там что-то грузить куда-то, везти собрался. Ситра.
так. Выходим на трассу. Ну вот все, считай, время 15:33. 12, грубо 30 я приехал. 13:30, 14:30, 15:30. Сейчас дороги 4 часа, 18 рублей. И не надо мне вставать никакие. Ему весь к 10 я должен был быть там, но тоже здесь рядом со мной. Это мне надо было встать 8:30. 8:30 поесть, ну, попить кофе, приехать сюда, прошприцевать трактор, заправить и поехать к нему. Чтобы мне к 10 к нему быть, понимаете? Ну зачем мне это делать? Для чего? Если я вот без проблем встал, как я всегда встаю, и поехал, все то же самое сделал без напряга. Просто без напряга. Или мне напрягаться вставать с утра. Ну как еще с человеком разговаривать, если был сразу сказано, что я приеду в 12. Зачем заказывать манипулятор на 10? Ну зачем его заказывать на 10? Надо же было позвонить, сказать, на манипулятор на 10 мне заказывать, подъедете или нет? Ну так, если же вообще, можете подъехать или нет? А то он уже манипулятор на 10 заказал, и что, он будет стоять тебя ждать? Так я же ему сразу говорил, манипулятор приедет, и что, будет ждать, пока я все там сделаю? Да, он будет стоять, ждать. Пока машина, самосвал будет ездить туда-сюда. Потом его осенило, что ли, что... Ну, я не знаю, короче. Как есть, так есть. Я показываю видео, как есть. Без всяких там приукрас и всего остального. Позвонил уже на второй заказ. Сейчас возвращаюсь на базу. Оставляю трактор. Еду есть. Ем и возвращаюсь назад, сказал, что в 17 плюс-минус там 10-20 буду у вас. Человек говорит, геолокацию скинуть, я говорю, да, у меня на айфоне нету места геолокации, я и удалил программу, и 6-й айфон, ну, все, древний, как говно мамонта. И говорю, не могу, к сожалению, по телефону, говорю, объясню тебе, куда ехать, я туда и поеду, так что... Поедем вот так вот по телефону, скажет, куда ехать, мы туда и поедем. Правильно? Что, мы не умеем ездить по телефону, что ли? Мы же умеем ездить по телефону. Так, надо камень убрать, этот вот, на всякий случай, чтобы он колесо не порезал. Ну, пускай остывает сейчас, пока заведу ЛТшку и надеюсь, он остынет.